Глобус и футбольный мяч на аллее проспекта Ильича – это первые зеленые скульптуры, которые появились этим летом в Первоуральске. В начале июля на радость горожанам установили еще и трех улиток, которые украсили пятачок на улице Ватутина. И детям это нравится, и народу, то есть радует глаз, проезжаешь, когда мимо проходишь. То есть вот здесь мы идем сейчас специально с ребенком, чтобы поиграл, поползал. Ну, знаем печальный факт, что одна улиточка исчезла. Пропажу горожане заметили сразу же. Третья, самая маленькая улитка была установлена в конце прошлой недели, а спустя три дня ее уже пытались похитить злоумышленники. Но далеко унести скульптуру им не удалось. Бросили ее в нескольких десятках метров от места, где она находилась. Я просто утром вышел, я видел вечером, что было три улитки, а утром сегодня вышел, улитки не было. Как вы считаете, кто это мог сделать? Я считаю, позорники. Ну, как, люди, которые не уважают детей, нас, людей, не уважают. Похитителей улитки задержать не удалось. Саму же фигурку пока с улицы Ватутина убрали, чтобы с ней еще чего-нибудь не случилось. В управлении жилищно-коммунального хозяйства уверяют, топиарий вернется на место, но только после того, как для улитки подготовят более основательный постамент. Нет, установили хорошо у нас, просто вот может быть у нас еще люди не привыкли к такому. Конечно, мы все закрепим. К концу этой недели к компании улиток присоединятся еще две зеленые скульптуры – зайца и белки. Всего на установку зеленых скульптур из городского бюджета было потрачено около 500 000 рублей. Как говорят в администрации, фигуры должны дополнить цветочное оформление города. Александр Перминов, Руслан Гаскаров, Интара ТВ.